Пам-пам-пам-пам. Дорогие друзья, хочу вас обрадовать. Никаких разборок в Бронксе и Санта-Барбаре, которые мне сейчас подталкивают, на моем канале не будет. Если какая-то школота интересуется разборками в Бронксе, пускай идут на другие каналы. Там вам покажут батлы. У меня аудитория 30 тысяч. Она большая аудитория. Я ее уважаю. Костяк аудитории 60% это мужчины от 32 до 45 лет. Из России, Казахстана, Украины. И если мы будем заниматься фигней школярской, то просто пойдут массовые отписки. Ну, мне самой это все, если честно, неприятно. Вот, поэтому разборки в Бронксе не будут. В общем, хотя мне все время подталкивают, говорят, ответь тому, ответь всему, не будет. С другой стороны, канал мне дорог мой. Если будут какие-то на него нападки, и кто-то будет пытаться его закрыть, ну что, будем защищаться. С такой же добротой будут защищаться, как, ну, молодая львица или тигрица защищает своего ребеночка. Так что ждите. Внимательно изучаю ссылочки, которые мне присылают. Ссылочки по поводу... Ну, какие-то нападки на Верникова. Но на самом деле это не на меня нападки. Там идет речь о каком-то Верникове или Верникове Андрее. Но нигде не обозначено, что это вот Андрей Верников, который работает в компании «Церех», или это вот автор канала «Верников 100 инвестирований». Нигде нет моих фотографий. Вот. Поэтому это похоже все на провокацию. Ну, пытаются люди взять на слабо. Будет такой контент, где будет написано «Андрей Верников с компании «Церех», мои фотографии, а также будет показан мой канал, будем разбираться. В общем, если будут там угрозы какие-то, какой-то контент, оскорбительный контент, это все не соответствует правилам YouTube сообщества. Кто в этом понимает, тот понимает. Соответственно, будем разбираться, насколько это все соответствует правилам YouTube. Вот. Так что, кто не знает, то страйк по авторству можно снять. Страйки по нарушению правила YouTube снять невозможно. 3 страйка, канал удаляется. Соответственно, то же самое могу сказать по поводу угроз, которые могут пойти не в адрес какого-то Андрея Верникова, а в адрес Андрея Верникова из компании «Церех» по поводу нанесения ущерба моему здоровью или каких-то оскорблений. Контент этот будет, если, то, соответственно, будем реагировать и будем реагировать решительно. Всем пока, не болейте, не чихайте. Санта-Барбара не будет, я думаю, все рады.